Всем привет, друзья! Это новый выпуск, и называется он «Как гулять с собакой без поводка». Идея записать этот ролик у меня возникла спонтанно только что. Почему бы, думаю, не записать, а то давно что-то роликов у нас нету. Итак, друзья, меня зовут Дмитрий Цветков, а это моя собака, немецкий боксер Тайсон. Тазик. Ты поздоровайся с друзьями. И сейчас мы с вами попробуем записать ролик, разъяснить, что, как, почем, зачем и почему. Погнали. Короче говоря, вышли мы с Тайсоном погулять. Выходим на поводке, естественно. Желательно в городе его среди домов не отпускать. Ну, если, конечно, утро или ночь, когда народу уже мало, можно, конечно, и отпустить. Но нежелательно. Там постоянно ездят машины, там внезапно появляются дети, люди и другие животные. В общем, если отпустите собаку, она может на них как-то среагировать, и, в общем, нежелательно. Поэтому мы уходим подальше от района, туда, вот, где нет людей. В нашем случае это большой городской пруд города Зеленограда. Мы часто с Тайсоном здесь гуляем, поэтому я сюда дохожу, отпускаю Тазика с поводка. Оп, иди гуляй, собака. Поиграться хочет. Иди гуляй, Тась, все, нельзя. Иди гуляй. Вот, видите, друзья, какая собака довольная, когда ее отпускаешь с поводка порезвиться. Поэтому, чтобы ваша собака не грызла поводок по дороге на прогулке, да, просто поиграйте с ней. Как видите, друзья, моя собака тоже хочет погрызть, поиграться с поводком. Вы бы на этот случай, например, да, задались бы вопросом, а что мне делать? Что мне делать, чтобы моя собака не кидалась на поводок, не грызла его, да? А все просто, друзья, собака просто хочет поиграться, да, Тайсон? Она хочет поиграться просто, вот и все. Даете ей поиграться с поводком. Если вам жалко поводок, просто берете палочку или берете с собой на прогулку пуллер, мячик, да что угодно. В общем, собаку надо чем-то занять. Собака даже взрослая, она все равно как ребенок, ей постоянно хочется внимания от хозяина, ей всегда хочется поиграться. Ну, если она, конечно, здоровая и не совсем старая. Вот вы уделяете собаке время, полчаса, час, да, утром, вечером. Обязательно с собакой на прогулке нужно играть. То есть время уделять все собаке, а не просто гулять, там в телефоне залипать и что-то там какие-то свои дела делать. То есть это время, друзья, собачье. Вот это то, что я вот сейчас уделил, прогулка утренняя, это время для Тайсона. То есть это его время, поэтому я стараюсь максимально это время посвятить собаке. То есть поиграть, побегать там, порезвиться с собакой, чтобы она почувствовала от вас связь, да. То есть ваша взаимосвязь с собакой, это очень важно на прогулке. Там какие-то команды, занятия, что-нибудь поделайте с ней. То есть не просто гулять, вот тупо на поводке там пописал, покакал. Конечно, она будет и поводок грызть, и еще там подбирать всякую фигню. Ну, потому что эта собака, ей необходимо играться, кусаться там, что-то нюхать. Они же этим живут. Поэтому не ленитесь на прогулке, играйте с собаками. Это для них необходимо. Хорошо поиграйте, побегайте на прогулке, и дома она будет у вас целый день спать и ничего не будет портить. Ну, если это, конечно, не щенок, потому что щенок в любом случае придет домой, поспит, покушает и опять начнет
опять захочет играться. Что лучше, поводок или рулетка? Для меня лично поводок, он намного удобней, эффективней и компактней. Сейчас я вам покажу, как я его укладываю и складываю в карман. Вот моя собака, а вот его поводок. Значит, у меня такой вот поводочек, где-то, наверное, Тазик, уйди-ка с кадра. Наверное, метр. Я думал, он полтора, оказывается, это, походу, метр. А может, полтора. А, наверное, полтора. Вот так, да, метр, а вот так полтора. Вот так беру я его, значит, скручиваю. Чик. Хоп-хоп-хоп. Чик-чик-чик. Вот такой вот получается у меня рулетик. Вот. Хоп. Я его беру, он компактненький. Вот так в карман положил. Руки в брюки и пошли гулять. Мой сладкий. И мой сладкий Тайсон. Тайсон, Тайсон, Тайсон. Ну-ка не прыгать. Не прыгать на папку. Назад. Назад. Хорошо. Назад. Молодец. Ко мне. Ай, молодец, сидеть. Голос. Голос. Молодец, вперед. Когда вы гуляете с собакой без поводка, вы обязательно должны контролировать всю, весь периметр, всю территорию, весь горизонт. В случае появления людей, собак, вы обязаны научиться подозвать свою собаку. Что бы ни случилось, как видите, у нас на горизонте появились бабушки. Одна идет почему-то к нам, вторая ушла в другую сторону. Ну, Тайсон никому не подходит. А если ваша собака может подбежать, вы должны ее подозвать, чтобы не пугать народ. Тайсик, ко мне. Эй! О, вот это наш позывной. Так что погнали и блюдим, наблюдаем, ворон не считаем, в телефоне не залипаем, потому что мало ли что, вдруг появится собака агрессивная, например, где-нибудь на горизонте появится собака, и если ваша ее увидит, чтобы она не подбежала, не подрались они, в общем, вы подзываете, берете на поводок и дальше гуляете. И да, друзья, это даже не рекомендации, не потому, что я так вот сказал, или кто-то где-то там написал, сказал. То есть собаку нужно отпускать с поводка в том случае, если вы уверены в том, что вы сможете в любом случае подозвать свою собаку, если вдруг что-то случится, появятся люди, дети там внезапно, они всегда появляются. Или вдруг собака где-то там появится. И вы должны всю вот весь горизонт наблюдать, смотреть, следить. Если все чисто, спокойно, можете спокойно погулять, поиграть, палочку побросать. Если впереди появляется человек незнакомый, если знакомы, можете подойти, поздороваться, то есть он никак не испугается. А если не знакомы, желательно собачку взять, мимо пройти, чтобы человека, в общем, не тревожить, чтобы он не боялся, в общем. То есть вы со своей собакой не должны создавать дискомфорт или не какие-то неудобства, или страхи у людей, да? То есть вы гуляете, вы должны гулять, никого не трогать, то есть, понимаете? А не так вот. Отпустили свою собаку, да, зная, что она вас не слушается. Пошел отсюда. Убегает постоянно другим собакам. Начинает драться с ними, да, или облаивает людей. То есть, зная это, вы не должны отпускать свою собаку, потому что вы, как знаете, у нас были таких случаев, у нас таких стайс намного. Подбегают к нам агрессивные псы и начинают драться с моей собакой. Уточка ко мне подплыла вон.
То есть, друзья, этого делать, конечно же, не стоит. Нужно думать не только о себе и о своей собаке, а еще и окружающих. Поэтому собака ваша должна вас слушаться. Только после этого вы можете отпускать ее с поводка. Мы гуляем в основном вдоль озера, где мало народу. Вообще почти их не бывает. Параллельно озеру вот там проходит тропинка. Парковая такая, туда. Там обычно люди ходят. Мы там ходим, если только тасть на поводке. А если без поводка, мы вот здесь, вот на поляночке можно с собачкой побегать, попрыгать. Да, Тась, пошли. Ах ты мой хороший. Вот, Тась, у меня достаточно послушный пес, поэтому я себе могу позволить отпустить тазика в любом месте. То есть и в случае чего, в любой момент там появится собака агрессивная, появится течная сука, появится еще там кто-нибудь. Да неважно кто, я в любой момент могу подозвать своего Тайсона, и он беспрекословно подбежит ко мне. Да даже если сразу не подбежит, я скажу стоять, он остановится в любом случае. Поэтому я уверенно могу отпускать свою собаку с поводка. Вот. И также вы должны научиться управлять своей собакой. И если все научатся, да, контролировать своих псов без поводка, то даже никто ни с кем драться не будет. И законов дурацких никто принимать не будет. Все будут жить с собаками счастливо. А не так вот все ходят с собаками. И я вот как я. И на себе ловлю какие-нибудь косые взгляды людей. То есть вот собака злая, там все уже боятся собак. Ну потому что люди вот заводят своих собак, отпускают, они их не слушаются, они убегают, там того подрали, этого, там этого облаяли, того покусали. Безответственные эти владельцы не воспитывают собак и позволяют им лишнего. Отпускают с поводка и делают эти собаки их, что хотят. Поэтому так делать, друзья, нельзя. Мы в ответе за тех, кого приучили, и за все их действия. Понимаете? Приучили, приручили. Поэтому, друзья, Тайсон, ко мне. Озеро у нас заканчивается, нам идти надо в парк, поэтому я беру собаку на поводочек. Тайсон у меня уже стоит. Пристегиваю, идем дальше. Пошли, мой хорошенький. Ты мой сладкий. Все, нельзя. Пошли. Идут. Красавчик ты мой. Мы вышли снова на такую вот большую поляну, где мы сейчас с Тайсоном пойдем поиграемся, побросаем ему палочки, в общем, позанимаемся и пойдем дальше гулять. Отпущу. Иди гуляй. Гуляй, мой хороший. Вот такая у нас поляна. Тайсон уже нашел палочку себе. Давай, папа тебе побросает палочку, Тайсон. Обманул. Сидеть. Голос, Тайсон. Голос. Голос. Молодец. Да я еще не бросил, куда ты подбежал. Ип. Тазик с палочкой. Давай ко мне. Ай, мой хороший. Дай. Молодец. Дай. А, сидеть. Зайка. Ай, молодец. Опа. А сейчас с тазиком покажем вам, как мы научились делать змейку. Тазик, ко мне. Ко мне. Тась не любит приносить палочки, он любит догнать палочку и лечь с ней, там жевать ее. Ко мне, Тась, ко мне. Иди сюда. Змейка. Давай, Тась, змейка. Вперед. Змейка. Давай, давай. Молодец. Змейка.
Да мне? Сейчас покажу, как Тайс прыгает. Давай барьер. Молодец, барьер. Молодец, барьер. У меня белый джинс, потому что не хочу, чтобы он испачкал. Побежать. Опа. Друзья, надеюсь, вам понятно объяснил, как желательно гулять с собакой без поводка. Если понравился видосик, лайкосики приветствуются. Подписываемся на канал. До новых встреч. Пока-пока. Давай.